ходу чемпионата я понимал, то есть, что что-то мне не хватает, что я могу быть сильнее и нужно тренироваться больше и готовиться. То есть, хоть и чемпионат сложился удачно для меня, вот, я сделал какие-то выводы со своим личным тренером, понял, какие были ошибки. Вот, и с новыми силами начали готовиться к чемпионату мира. Прошли два сбора, готовились очень серьезно, тяжело, то есть уже поднакопилось, усталость, но тем не менее была цель, которой мы очень долго шли. Вот, приехав на чемпионат, начал смотреть соперников.